Всем привет, зрители и подписчики моего канала. Вот такая вот елочка в итоге у нас получилась. Вот такая вот вся сверкает. Сейчас вам в ночное время покажу ее тоже. Такие игрушки здесь разные. Вообще по времени очень разные. Очень старые есть. И немножко поновее. Вот такая вся красотка. И конфеты здесь. Все здесь, как говорится, так выглядит. Вот такая вот красотка у нас. Сейчас вам ее в ночное время еще сниму. Вот так все выглядит. Смотрите, огоньки какие. Ну, гирлянда это уже вот тоже старая. Новую не покупали. Сейчас такая вообще модная вся есть. Ну, вот такая вот елочка. Такая вот красивая. Подготовка полным ходом. Тоже новогодние декорации. Без них никуда. Вот так вот свечи. Веночек тут, что я вам показывала делать. Кто сделал, кому идейка понравилась, напишите обязательно. Ну и потихоньку накрываем стол. Вот такой салат греческий. Вы уже знаете, это мой один из самых любимых салатов. Скатерть сегодня не новогодняя, особо не заморачивались. Салфетки хотела вам показать. Смотрите, какие вообще, как картинка. Вот такую нарезочку тоже сделали. Фруктовая, канапешечки. По минимуму, так скажем. Ну что, мои дорогие, хочу вас поздравить всех с наступающим Новым годом. Самое главное, хочу вам пожелать, чтобы вы всегда оставались самим собой и никого никогда не слушали. Это сегодня это номер один. Мое пожелание вам. Не буду говорить всеобщие такие всякие распространенные. Хочу, чтобы вы всегда были счастливые, достигали своих целей. Всего самого хорошего. Спасибо, что подписаны, поддерживайте. Смотрите дальше мои видео и ставьте лайки. Всем пока!